Психологи республики объединились. В столице завершился республиканский совет специалистов этой области. Он собрал более 80 практикующих психологов со всей республики. Они обсудили перспективы развития психологии в полиэтническом регионе и обменялись наработанными технологиями. Саргылана Федорова продолжит. Знатоки человеческой души, психологи изучают многогранный разум человека, ежедневно сталкиваясь с общечеловеческими проблемами и со сложными частными случаями. Сегодня в республике работает более 700 психологов, среди которых практикующие, семейные, спортивные психологи, коучи. При этом не хватает клинических психологов, которые работают с людьми, страдающими неврозом. В этом году Институт психологии Северо-Восточного федерального университета впервые выпустит 12 специалистов по направлению клинической психологии. Это очень узкая область. Консультируя или проводя психодиагностику, может столкнуться с патологией. Да? И если он не имеет клинических знаний, тогда он просто столкнется с невыполнимой для себя задачей, и что приведет просто к его выгоранию, и он может навредить этим человеку. В Якутске третий год работает мобильная кризисная служба, обеспечивающая безопасность детей. В работе с детьми, которые испытали физическое насилие, психологи службы практикуют метод телесно-ориентированной терапии. Дети индивидуальны, и переживание травмы имеет каждый раз свою уникальность. Тело – это наш храм души. Соответственно, я именно через тело я работаю именно с поведением, психологией жертв насилия. Якутия – полиэтнический регион, который специфичен экстремальным климатическим условиям проживания. Соответственно, и менталитет у якутян отличается от классических канонов, прописанных в учебниках по психологии. Северные люди всегда отличаются сдержанностью эмоций, целеустремленностью. Есть опыт, который уже может лечь в основе данных разработок. Да? Поэтому у нас будет очень большой объем работ именно по методикам, по технологиям, по направлениям и даже немножко по методологии работы с людьми. В Якутии нет закона о психологической помощи. Поэтому по итогам мероприятия психологи республики решили создать методический совет, который будет работать согласно единым стандартам ради эмоционального и физического благополучия якутян. Саргылана Федорова, Владимир Таюрский, Георгий Григорьев, НВК Саха, Якутск.